Сегодня будем делать чип-тюнинг EDC-17C46. Это Volkswagen Caddy 2013 год. Будем делать EGR off, DPF off, убирать сажевый фильтр, и легкий тюнинг. Делать будем с помощью адаптера Scanmatic 2, PCM Flash и 71 модуль MEDC-17 bootloader. Сначала смотрим подключение блока. Выбираем вот наш блок VAC EDC-17C46. Процессор заявлен 67. Выбираем 67 процессор. Делаем идентификацию. Идентификация успешна. Что мы здесь видим? Процессор 1767. Внешний флеш нету, только внутренний в процессоре. Читаем. Сохраняем наш файл. Ну и считаем EEPROM на всякий случай. EEPROM также сохраняем. Можно попробовать прочитать здесь паспорт. Если типерод высокий, то прочитается. Пароля нет, значит типерод еще низкий. Сейчас будем модифицировать файл и заливать его обратно с помощью 71 модуля. Файл для Caddy подготовили, все подключили, и сейчас будем заливать модифицированный файл. Открываем PCM. Напомню, делаем 71 модулем. Наш 67 процессор. Включаем идентификацию. Открываем наш модифицированный файл. Контрольные суммы нам сам флешер подсчитает. И записываем. Галочку «Оптимизация процесса записи» оставляем.
он будет записывать только те области, которые исправлены в прошивке. Вот так быстро записался этот файл. Все ставим на машину и заводим. Работа выполнена.